Тут можно такие яблочки купить, которые обмакивают шоколадом, вареньем, всякое. Тут тоже такое можно по парку вокруг, вон на педалях, правда. Не во весь парк, но так чуть-чуть, типа, посмотреть. Очередь тоже кошмар большая. Тут такой небольшой гномика в домике. И тут он писает, человечка обсыкает всех. Вот он, нехороший человек. Это дядя разговаривает. Тут надо через эту проходить, как вода фонтаны бьет. Я лучше вокруг. Что-то они не работают. Тут такое, горочка подниматься. Лодку что-то закрыли, да. Почему, интересно? Тут такая лодка, карусель. На ней можно кататься, но что-то она сегодня не работает, гешлёсен. Сова рассказывает истории, все об этом, наверное, в кемпинг-пляце. Дуниерел. Здесь типа рыбки, ну-ка, нету рыбок. Здесь можно на лодках плавать, вон стоят, подходи, садись. И такие ручи тоже прикольные. Что-то там никого нету. Такой автобан, сейчас буду спускаться. Такая вот лягушка приветствует. Короче, там еще есть эти машинки, которые гоняют внутри. Тоже по приколу. Вообще для детей здесь. Они целый день вон бегают и наслаждаются отпуском.